убил, блин. Я смотрю, за никого нет, но кто-то сзади дышит. Около мешков. Блин, он спрятался. Что там встречают, да? Налево смотреть на выход. Понял. Эх, забегает. Ты крик дих нох, ты швайн! Пал нахуй отсюда, блядь, пулеметчик сраный, блядь. Бил нет. Иди отсюда, блядь. Слышишь? Иисус, блядь. Занял место нахуй, охуенно, блядь. Я него как будто занимал, блядь. Швидче, хлопцы, швидче, блядь. Швидче? Оба ты. Шнелем. Двигайте булками, вот здесь сейчас будет на холме, блядь. На холм прокидываю, профилактическая граната на холм. Профилактика? Стой, профилактическая граната. Блять, морозный! Барбис! Блять, вы красавцы! Что это происходит за деревня дураков? Вы знаете, там деревня дураков, немцы были. Пиратка присоединился. Я думал, это вы бежите. Курва! Курва! Хватит его обзывать уже. Что, блять, хватит обзывать? Я бегу, никого не трогаю, а потом, блять, умираю. И угадай, кто виноват в этом? Ай, блядь, заебал фронтовик, сука, ебаный, крысёныш с автоматом сидящий. Ха-ха, с автоматом сидящий. Да похуй, крысёныш ебаный. Ну а кто он ещё? Ай. Не было патронов, не было. How did you survive that grenade? I don't know. Let me see how much HP I have left. А, Матеуш, do you know? He have the admin right. Only 2 HP. Бля! Бля, их там трое шло, ебать! Вон где, блять. Кажется, поле меня нашел. Ну я предположил, откуда, блядь. Слишком громко предлагаешь, Коля. Ты сразу поняли, что ты предположил. Ну и что? Конечно, поняли. Тогда, когда ты предположил, я тоже предположил. Немчика нахуячил. Конечно, блин. Став сидит себе спокойненько и расстреливается. Ну, как сказать-то? Ты хуя клумба охуевшая, блядь, средства. Вы охуевшие идут, блядь, средства. Я тут четверых положил подряд. Нихуя, они охуели, как дома выходят, блядь. Вообще охуевшие пиздец. В край. Давайте, выходите. Ты хуя клумба охуевшая, блядь, средства. Да вы охуевшие идут, блядь, средства. Я тут четверых положил подряд. Просто идут редком, блядь, как дома у себя. Вообще фрицев поганые. Охуели. А нахуй. Копошника. Пиздец, блядь, вы вообще. Слушай, клумба, у меня совесть вообще имеете, нет? У меня все больше клумба, блядь, в Москву приехать, блядь. Блядь. Вы хоть. Давай, приезжай нахуй, блядь. Вы хоть выходными путями там как-нибудь, не знаю, там. На! Ты пизделся. Как там? Насыщенность народа, блядь. Там было очень мало, но играть можно. Это в каком соотношении? Сейчас, подожди. Просто у нас последняя минута осталась и... Всё принял. Ааа, иди сюда, сам. Понял, а где захват или? Сейчас начнутся, смотри, я буду писать нахуй.
попал. Ой-ой-ой, не надо, не надо, не надо, не надо. Продолжим. Не надо. Эх, не успел выбрать. Куда? Граната, назад, назад. А, наверху, наверху, наверху. Ага. Хитрожопы. Залезли, да? Фашисты проклятые! Сразу так умри. А, довольно забираем до него. Я просто по звуку слышал, ничего не будет, когда играет, там юка взрывается. Извини, братан. А, ППШ... Вижу, вижу, пробежал. Мимо, мимо этой маршрутки пробежал. Он, скорее всего, побежал туда. Да? Как он меня видел? Лежит непосредственно под конем. Под конем? Да, там две штуки. ЖК спауна, с этой стороны. Угу. Хуй тебе, я вас видел всех. Я думаю, что граната просто не дает всем классам, потому что если бы не были у всех, то был бы... Бать, клайтесь! Скрай! Я думаю, свой сидит, подхожу, поворачиваюсь, ты сидишь, смотришь, а там... Я же испугался сначала, думал, сейчас меня расстреляют первого. Я чуть спиной к тебе обернулся сначала. Нет, юка. Скай, не ходи туда. Все, сорвался уже. Там. Не забежали до этого. Нет, вот тут вот где-то. Да вот, ну, дальше побежал на втором этаже. Не попал. Не попал. Черт, не зарезать его никак. Давай, отвлекай его, короче, резать его иди. Извини. Ладно, ладно, поторопись. Нормально, нормально. Еще я налет сюда. Блин. Команду взял. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Они не в ногу. Так, мы раз жопу караулим. Сверху только не караулим. Могут сверху зайти. Осторожно. Сверху у тебя там? Да, сверху. Убили? Как ты сказал, нет. Как ты сказал, они сейчас пришли. Я тень увидел по тени. Да фига! Ладно, наша за двух съел. Гостиница лежит. Ух ты ж, блин. Успел призарядиться. Блять, ноги все выбиты. Ах ты, сука, он гранату кинул. Думаю, чего он в бок так отбегает? Нахрен он. На нахуй. Ясно. Перебегает площадь налево. Дым забежал в наш дом.
Нахрен вам, блядь. How to say in Polish why? Чему? Чему? Like that? Так, yes. Как по-русски зачем? Зачем? Бедра не получилось важным. Right? Вай, Андрюха, это морозный. Режь его. Режьте. Вы друг друга будете бегать вокруг. А, ты сука! Сука, гранатная пизда. Ладно, живи, живи. Сзади, 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 сзади. Но ты меня не убил. Worth it. Кинул по тебе. Он так сильно хотел убить меня. Я наблюдал за. Что кинул гранату под себя, да. Это был огонь, конечно. Nice try. Чуть-чуть не добежал. Worth it. Worth it, totally worth it. Сука.